Уникальные кадры, накопившиеся за десятилетия работы, это наша с вами память. Сегодня у нас есть возможность вернуться в прошлое. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из кинохроники. На этих кадрах июль 1981 года. Событие межпланетарного масштаба – солнечное затмение. В Абакане его было отлично видно. Пропустить редкое явление природы жители столицы, конечно, не могли. Возле главного корпуса сегодняшнего ХГУ собралась целая толпа зевак. Люди подготовились, запаслись черными стеклами, чтобы безопасно смотреть на солнце. Светило не разочаровало и практически полностью ушло в тень. Если вы были в числе тех, кто наблюдал затмение в центре Абакана, и тех, за кем наблюдал наш оператор, звоните в редакцию. Будет интересно вспомнить вместе. Также, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, сообщите. Телефон прежний – 22 72 82.